Стэнли Уитакер. Уитакер пытается обыграть один в один Голдырева и забивает Стэнли. Очень здорово себя во второй части сезона, придя в Уралмаш, находит эти варианты в лице Джеремая Мартина. Мартин против Голдырева. Полез в обыгрыш. Мартин! Сложнейший бросок. Отправляет точно в цель. Их команда не примет участие в этом матче. Речь идет об Октавиусе Эллисе, который получил травму, которому предстоит еще операция. Он пропустит несколько месяцев. А вот уже свою профессиональную карьеру начал за пределами североамериканского баскетбола. Ух ты, какой бросок от Стэнли Уитакера. Залетает точно в цель. За матч. Ну и в Еврокубке также почти 10 очков, 5 подборов, 1 передача и 2 перехвата. То есть такой двухсторонний игрок. Ну, а вот и один из лучших двухсторонних. Карел вытаскивает на себя большого. Идет обыгрывать. Бросок и забивает. Через 17-го номера Никиту Балашова. Пора бы еще кому-нибудь это сделать. Например, Хейдену Далтону. Забивает он. Он начинает Самара разогреваться. Зайцевый мяч возвращается. Лизунов. Пытаются Нельсона в посте загрузить, но не дает этого сделать Кардонахишвили. Но Глазунов с трехочковой линии. Прицел тоже поправил. Теперь 4 очка разница в счете. Стэнли Уитакер. Отличное попадание. Тот же Далтон, конечно, может сыграть в определенных ситуациях роль центрового. 2-1, но все направлено вот на такие владения, на такую атаку. И вот здесь уже Дражан Зулович 45 не будет атаковать. Находит Уитакера. Стэнли лезет в обыгрыш. Уитакер бросок мимо, но есть кому добавить. Скидка на Сопина. Возвращается мяч для Далтона, но читают это игроки Уралмаша в обороне. И приходится уже Антону Кардонахишвили разбираться. Хороший заслон от Голдырева. Кулагин. Бросок одной рукой. Забивает Кулагин. И закрывает первую четверть. Пытался мяч доставить. Читает это Джеремая Мартин. Даглас. Доставили мяч. Но с дальней дистанции нет попадания от Беленкова. Зато 2-1. Харрелл. Передача партнеру не прошла. Лишь только сопернику и сверху. В быстром отрыве 4-0. Выбегал Уралмаш. Но теперь вернулся в Россию. И посмотрим, чему же он там за океаном научился. Но пока что Антон Кардонахишвили показывает, чему он раньше назывался Turkish Riviera Cup. И вот, если посмотреть на те матчи и тех соперников, с которыми Уралмашу удалось сыграть, то прям совсем Самара дышит спину. И что самое главное, тайм-ауты от Анзеловича работают. И даже Самара выходит вперед. Брэндон Адамс. Вячеслав Зайцев, один из опытнейших баскетболистов Единой Лиги ВТБ. Человек, который по многим показателям находится в десятке лучших игроков в истории Единой Лиги ВТБ. Ну, а это Ронни Карел, который вновь выводит Самару вперед и отправляет тайм-аут Уралмаш. Ну, как раз есть возможность поговорить и о Вячеславе Зайцеве. Для Зайцева Нельсон. Загружают и теряют мяч при попытке отправить круглого Дагласу. А этим пользуется Самара. Адамс ищет партнеров. Пора бы уже мяч кому-нибудь вести. Вводит Попову. А вот и Илья Попов. И потихонечку уже все новички начинают отличаться. А вот и Попов, и Адамс, да и Глеб Голдырев. Свои очки уже набирали, не говоря, который является вообще лучшим по набранным очкам в своей команде. Процент двухочковых одинаков у обеих команд. Но вот сейчас, правда, Адамс его чуть-чуть повышает. Определенную угрозу представляет. Глазунов прошел заслон. Передача под 45. Даглас! Точное попадание от Уитакер против Далтона. Разворот. Стэнли! Ай да бросок! Но это уже фирменное попадание. Хорошо мне вспоминать. Глазунов. 5 секунд на атаку. Глазунов.
Передача для Уитакера. Стэнли! Под занавес времени на атаку! Сложнейший мяч забивает Стэнли Уитак. Нельсон не забивает. С вами по-прежнему у микрофона Андрей Левый. Но Ронни Харрелл увеличивает свою статистику до 12 очков. Кулагин подбирает мяч. Михаил Кулагин. Скидка на Даутона Хейдан. Врывается под кольцо. И 2 очка для Самары приносит. Загружает 2 очка. 53-50. Адамс. Ответочка. Брэндон Адамс. Таких случаев в прошлом сезоне, чтобы Даглас уже 7 раз вставал на линию. Вот как-то... Ой-ой-ой-ой! Даглас! Даже отошел в сторону, чтобы Далтон там его не задел. При данке Попов блокшот, но есть подбор. Нельсон пытается через пост играть Уралмаш. Скидка наверх. Уитакер! Точное попадание для Стэнли. Нет преград и нет дистанции. Чуть ли пока что не лучше на старте сезона. Проход под кольцо. Не точный, но Далтон! Мяч снизу и занес его в корзину. Уитакер. Как отшагивает Уитакер и попадает. Ну, не знаю, друзья, не могу не насладиться этими моментами от Стэнли Уитакера. В атаке не присутствовал. Мартин против Голдырева. И Мартин 3 с фолом! Или нет? Нет, не с фолом. Просто трешку забивает Джеромай. Просто... Уитакер. Стэнли. Этот передача не проходит. Адамс на перехвате. Ронни Харрелл мчится в атаку. И забивает. Как красиво мяч упал. Все-таки старт сезона. Да, все еще придет. Ронни Харрелл забивает. Опять Ронни Харрелл. Здорово. 16 очков. Через Мартина. Джеромая в окружении двух баскетболистов соперника. И удается вновь перехватить мяч Брэндон Адамс. Ой-ой-ой, какая мухобойка влетает. В построениях Дражана Анзуловича. Из того, что мне удалось увидеть в предсезонке, да и сейчас. Ой-ой-ой, какое попадание от Мартина. Ну вот, конечно, в чем сила Уралмаша, да? Да, не попал Джеромая, но ведь это уже тот баскетболист, который... вполне способен попасть следующим броском, но нельзя давать свободное пространство этим людям. Ох ты, Далта! Соответственно, как-то разнообразить игру больших. По игровому времени. Далтан, Хейдан. Забивает. Поднимает воздух, устраивает день авиации. Очень мало сегодня сыграл Вячеслав Зайцев. Всего 6 минут 41 секунду на паркете провел. И особо ничем не отметился, кроме одного неточного броска. Уитакер зависает в воздухе. Стэнли. 22 очка. Мяч Беленкову. Глазунову из рук-руки передает. Нужен заслон Глазунову. Ой, какая передача от Антона. И Беленков. Сложнейший мяч. Я думаю, что и Дражан Анзулович понимает, что нужно давить краску. Не зря сейчас загружали Попова. Ой-ой-ой, какой пас. И Нельсон. Ну, прям красоту с точки зрения... Под сдваивание попал на Уитакера. Перевод мяча на Глазунову не прошел. Читают это игроки Самары. И Ронни Харрелл. Ронни! Не точен, но Далтон! Глазунов открывается. Глазунов залетает на скорости. Ветеран единой лиги ВТБ. Передача на Мартина. Мартин хоть и не ветеран. Теперь он лидер Уралмаша. 22 у Уитакера, 20 у Джавонте Дагласа. Бросок издали. Первое попадание от Ронни Харрелла, с чем мы его поздравляем. Значит, мяч доставляется ему. Он-то ненужных ошибок точно не должен совершать. А он еще может вот так забивать через Антона Карнахишвили. Антон уже просто покачивает. Его серия промахов продолжается. Пятый промах подряд. Джентльменское владение проводит Уралмаш. Не проводит Ронни Харрелл. Туда его! Ронни Харрелл говорит, а я хочу еще забить.